Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас мы будем прокалывать наших свинок, поросят и свиноматок витамином. Витамин вот такой, мультивитамин. Значит, для чего используется? Применяется при профилактике и лечении авитаминозов, гиповитаминозов, нарушения обмена веществ, рахитом, остеомаляция, ксерофтальмия. Ну, это как матюки какие-то, я не знаю, что это означает. Вот что меня интересует. Стрессовые состояния, вызванные паразитарными или инфекционными заболеваниями, вакцинацией, транспортировка, изменение рациона кормления для повышения иммунитета, стимуляции роста и развития молодняка и репродуктивных функций маточного поголовья. Вот основное, что меня в принципе интересовало из этого всего. Значит, ну, соответственно, мы сейчас сделаем укольчик всем строго в профилактических целях. Еще один момент по поводу дозировки. Тут все написано, используется он на всех. Кого поймали, того и колите. Для свиней мы будем использовать поросята более 8 килограмм, 2-5 миллилитров на голову. Мы уколем по 2 миллилитра и свиноматку. Тут тоже он взрослые животные, это лошади, коровы, ага, вот телята же, ребята, свиньи, овцы, 5-10 миллилитров на голову, а мы уколем взрослым по 5 миллилитров, минимальную дозу, короче, всем дадим. Ну, в принципе, все, ничего такого заумного, сейчас это все дело прокалывать будем. Значит, витамины у нас маслянистые, желательно их колоть толстым шприцом, толстый шприц, ну, у нас особо толстого нема, но мы взяли тут двадцатку, по-моему. Что тут? Наркоманы лучше разбираются. Как им лучше колоть? Я, конечно, в этом деле далекий. Поэтому будем колоть двадцаткой. Да, даже не двадцатка, а десятка у нас. Хотя игла, как по мне, не шприц надо толстый, именно игла, чтобы толстый. Достаточно толстая игла. Посмотрим, как будет идти. Все, сейчас будем колоть. Так, сейчас мы это дело все зарядим. Бум-бум-бум. 2 миллилитра будем сейчас колоть малышам. Что я хочу сказать? Ну, нужно, не нужно колоть. Это решаете вы сами, в принципе. Ничего там такого обязательного в этом всем нету. Но, как я там уже и читал, для улучшения роста, ускорения, во внутреннюю часть бедра мы сейчас будем колоть. Люху туда сразу. В принципе, операция несложная. И думаю, каждому под силу ее сделать самостоятельно. Поэтому, ну, я считаю, что... Ага, цена, по поводу цены. Вот цена здесь у нас... А была цена? А вот. Блин, это полценник! А, нет, с 90 гривен стоила бутылка 100 миллилитров. Тут мне хватит по 2 миллилитра 20 голов. У меня 21, это малышни. Это полбанки уйдет. И еще 10-50, полбутылки всего уйдет, всех проколоть. Сейчас еще могу переловить всех котов, местных собак. Я не знаю, кого еще уколоть. Всех поколю, и кури даже поколю, хватит. Ну, это шучу. Поэтому давайте еще одного сейчас заколем. Посмотрите. Кстати, ничего там не маслянистое. Мне там продавец грозился, что будет сложно. Хотя, возможно, из-за того, что я взял по его, как скажем... Она мне посоветовала взять потолще, побольше шприц, в нем будет потолще игла. Вы видите, операция несложная, все делается в течение полсекунды. Если у вас есть братан, который может поддержать, вообще идеально все. Без братана будет сложнее. Они будут догорать и зваться. Так что вот такое вот, ну как скажем, раз в жизни можно сделать им приятное, сделать им витаминную такую эту, прокормку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.